Ну что ж, если вы видите опять снова карту Sleeping Dogs, мы проходим уже второе дополнение. Вот, называется Год Дракона. Но почему оно на английском языке? Потому что почему-то в обычной версии не Definitive Sleeping Dogs, есть только английская версия этого дополнения, которая ставится вручную. А первое дополнение идет включительно. Кошмар в Норт-Пойнте. Вот. Но это дополнение, оно не особо смысловое. Очередной злодей, который хочет взорвать всех на Новый год. Все нужно предотвратить. И просто на протяжении этих миссий мы должны были его приспешников просто уничтожать, предотвращать взрывы. И вот мы вот вроде как гонимся за главным злодеем. Поэтому я хочу вам показать именно концовку этого дополнения, потому что до концовки не было ничего вообще. Так что присаживайтесь поудобнее. Надеюсь, я все нормально объяснил. Вот, это дополнение включается только в Definitive, а вручную ставится в обычной версии, но почему-то на английском языке. Ну, в принципе, и так все будет понятно. Так что с вами Казаку Family, полный, как говорится, вперед. Так. Погнали. До точки. Как говорится, невозврата. Так. А тачка ментовская очень прикольная. Ну тут не так-то далеко ехать. Но, по-моему, если я все правильно рассчитал, то это да, последняя. Ой. Последнее дополнение. Я сам удивился, что оно есть в обычную версию, но оно почему-то ставится вручную. Но оно, если честно, не такое уж интересное дополнение, и кошмар в Норт-Пойнте такой себе. Так что эти дополнения так чисто для бонуса, ребят. Так. А может, это и не последняя миссия? The master is on La Ting Island. Take him out. Be careful. He's got a whole army out there. А нет, по-моему, последняя. Is that your phone, Inspector? Yes, sir. Yes, sir, I was aware of that. Our investigation is proceeding. Да, блин. No, sir, we don't know that yet. We don't know that either. Yes, sir. The minute I know anything, I'll... Superintendent, if I knew any of this, do you think I'd keep it from you? As soon as I can answer that, I will. No, sir, I don't think it's gangsters. I don't think it's terrorists either. What would the communists have to gain? They already have the city back. My mother thinks it's aliens. Yes, that kind of alien. Та ёпа, РСТ, что за I'll certainly медлительное keep you говно? apprised. Та тачка, блин, покруче была. Да, это дополнение что-то прям притормаживает. Да ёпа РСТ. Быстрей, народ. Ну,
собираемся как бы типа заезжать, нет? You and me, Wei, covering fire while she drives. I'm on it. Over there. You Где? Вы серьезно? Тут хер попадешь в эту сраную лодку. Нифига себе, там хрен попадешь с такого-то расстояния-то, бля. Да, бля. Ну прыгай, эйсул. Да ёпарасы ты. А, этот особняк я помню. А ты откуда появился, эйсул? Ори больше. Да, бля. Да, блядь. Перезарядка, мразь, не вовремя. Блядь. Ребят, вы бесконечные, блядь, будете или как? Прыгивайте нахуй с моего корабля. Вот честно. Сваливайте, блядь! Вы не короли бала. Чтоб вас наебало. Так. Да, бля. Но. Чё за... Блядь. Да ёб твою мать! Сколько вас нахуй? Уже бесите просто количеством. Чё? Доплыли, типа? А все остальное оставите мне, да? Все как обычно, по стандартику. Ага. Что тут у них за пушки? Мушки. Чё? В смысле, блядь? Они теперь здесь, что ли? Так, подожди. Да ёб твою мать, подожди. Да, блядь. Анониста, блядь.
и что? Придурки, вас много, нет? И сколько вас? Ага, найди культиста-мастера. Oh, really? It's the new year. Prophecy will be fulfilled. The end of the world. Only seconds left. You're busted. It's over. You crazy bastard. It doesn't matter. I have done my part. My seat in heaven is assured. Look at that. It's just about midnight. Then our time here is done. Let's get him booked. No, let's wait a second. Three, two, one. You're under arrest, asshole. Happy New Year. Такс. И чё, даже не показали, что мы игру типа прошли, что ли, да? Чё-то как-то сраненько. Очень-очень странненько, что нам не показали. Концовку. Но, я думаю, в принципе, если это вот такое вот, ну, типа, быстренько злодея сделали хоп-хоп-хоп и все в таком плане. Ну, вот, в принципе, такое вот было дополнение. Ну, вот решил показать концовку данной миссии. Так что с вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч, ребятушки. Всем до скорого. И всем пока-пока.